планетарный миксер Starwind SPM-5182 с первого взгляда покоряет своим внешним видом. Приятный приглушенный цвет розовое золото, обтекаемые формы, прибор выглядит нежно, но при этом оснащен всем необходимым. Поставляется с тремя насадками для разных задач, имеет пластиковую защитную крышку и чашу объемом в 5,5 литров. Принцип работы планетарного миксера основан на вращении не только самих насадок, но и сама платформа с насадками вращается по кругу в чаше. Корпус изготовлен из пластика приятного цвета, который хорошо сочетается с серебристым металликом элементов управления и чаши. Конструкция стандартна. На базу устанавливается чаша. В откидную часть на вал закрепляются насадки. Чаша изготовлена из полированной стали. Стенки толстые. Форма чаши типовая. С тыльной стороны корпуса расположены вентиляционные отверстия и место выхода шнура электропитания. Удерживают на месте прибор 4 резиновых присоски. Верхняя часть плавно откидывается и опускается по нажатию кнопки, но с небольшой помощью рук. Для начала работы необходимо установить чашу и зафиксировать поворотом. Насадку нужно надеть на приводной вал до упора и провернуть. Комплект насадок представлен венчиком для взбивания, лопаткой для смешивания и крюком для замеса плотного теста. Все насадки цельнометаллические, струны венчика стальные. Миксер может работать в 6 скоростных режимах и импульсном режиме, запускающем вращение сразу на максимальной мощности. Регулятор скоростей находится в удобном месте с правой стороны. Вращение пошаговое, при каждом переключении раздается щелчок. Для активации импульсного режима регулятор нужно перевести в крайнее левое положение и удерживать. Лопатка для смешивания используется для приготовления кондитерской глазури, кремов, жидких начинок и соусов. С ее помощью можно быстро приготовить пюре. С помощью венчика можно взбивать белки, яйца и сливки, готовить кремы, муссы и десерты. Насадка-крюк нужна для замеса плотного, пресного или дрожжевого теста фарша. Всего за 6 минут миксер способен замесить 1,5 кг тугого дрожжевого теста. В среднем при замесе теста прибор потребляет от 60 до 150 Вт. Уровень шума стандартный для планетарных миксеров. После использования все съемные элементы нужно промыть в теплой мыльной воде без абразивов. Планетарный миксер Starwind SPM-5182 не только имеет приятный вид, прост в управлении и уходе, но еще и отлично справляется со всеми задачами, для которых предназначен планетарный миксер.